приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. В этом видео я продолжу разбор вступления песни баллады Оззи Осборна. Очень красивый, очень интересный. Это третья часть, завершающая. Итак, давайте продолжим. Продолжим мы вот таким вот аккордом. Тут вот сейчас начинаются кварцекст-аккорды. Сус, они еще пишутся. Зажимаем четвертую, третью струны на шестом ладу. Две струны. И нам нужно четыре раза подряд сыграть вот такой вот арпеджио, такой переборчик, грубо говоря. Играем первая, вторая, третья, четвертая. Зажали четвертую, третью на шестом. И играем первая открытая, вторая открытая, третья на шестом, четвертая на шестом. И так нам нужно сделать четыре раза подряд. Раз, два, три, четыре. Дальше мы вот эти два пальца, которые мы зажали, зажали мы вторым и третьим. С шестого лада сдвигаем на пятый лад по тем же струнам. И у нас получается второй аккорд. Четвертая, третья струны на пятом ладу. Играем в правой руке то же самое. Четыре раза играем первую, вторую, третью, четвертую. Четвертая, третья на пятом ладу. Первая, вторая открытая. Раз, два, три, четыре. Сыграли первую, вторую, третью, четвертую четыре раза. Дальше мы передвигаем опять назад на первый аккорд. У нас будет четвертая, третья на шестом ладу. И играем то же самое, что играли на этом аккорде. Первая, вторая, третья, четвертая. Четыре раза. Дальше мы опять сдвигаем на пятый лад третью, четвертую струну. И опять играем то же самое. Первую, вторую, третью, четвертую четыре раза. Таким образом, нам нужно сыграть первый аккорд. Четыре раза, второй аккорд четыре раза, потом опять первый аккорд четыре раза, второй аккорд четыре раза. Давайте повторим это быстренько, чтобы просто схему потихонечку запоминать. Потом мы вот эти два пальца с пятого лада сдвигаем на второй, по четвертой и третьей струне, и у нас четвертая и третья оказывается зажата на втором ладу. И вот здесь мы играем немножечко в правой руке по-другому. Мы играем первая, вторая, третья, четвертая, пятая открытая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, вторая, третья, точнее, пятая, четвертая, третья, вторая. На второй мы остановились. Вот что мы играем. Это у нас будет третий аккорд по счету. Еще разок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая. И на второй мы остановились. Итак, пятая струна у нас открытая, первая, вторая тоже открытая. Зажатая только четвертая, третья на втором ладу. Давайте еще разок повторим. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, четвертая, третья, вторая. И дальше переходим к четвертому аккорду. Четвертый аккорд такой. Зажимаем пятую струну на втором ладу. Четвертую тоже на втором. Еще разок. Третью на втором, да. Пятую на втором и третью на втором. Две струны на втором, четвертая на четвертом. Вот такой вот аккорд. Пятая на втором, четвертая на четвертом, третья на втором. И в правой руке нам здесь нужно сыграть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Потом пятая, четвертая. И пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И третья – это была последняя струна, на ней мы остановимся. Еще разок сыграю здесь все медленно. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, пятая, четвертая,
пятая, четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. Еще разок медленно. Вот у нас получилось 4 аккорда. Все, вот на этой ноте, на третьей струне, на втором ладу вступление заканчивается, и дальше начинается песня. Итак, давайте повторим все вот это, вот эту часть, третью, этого вступления, которое мы разобрали в этом видео. Итак, играем медленно. Ну вот и все вступление, я думаю, вам понравится. Оно не очень короткое, конечно. Я специально не стал его играть с самого начала до конца, если честно. В любом случае, учите сначала, вы все равно будете по частям, и потом все это соедините. На этом все, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, повторяйте, заучивайте. Так же, как и пальцы, нам нужно еще и память тренировать все время. Чем больше мы ее тренируем, тем лучше она будет работать, быстрее и больше запоминать. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.